делаем селедочку в горчичном соусе. Итак, значит, пакетик на доску, чтобы доска не пахла селедкой. Нарезаем вот таким вот образом в баночку или удобную какую тару. Далее делаем соус. 3 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка майонеза, чайная ложечка сахара, чайная ложка горчицы, чайная ложка французской горчицы. Укропчик. Мелко рубим укроп. Все туда же. Лимончик выдавливаем. Все это тщательно перемешиваем и, естественно, заливаем селедочку. Убираем в холодильник на несколько часов. Ну и, к примеру, к ужину селедочка будет готова. Вот такая получилась красота. Вкуснятина необыкновенная.